Здравствуйте, меня зовут Сергей Селин, я актер и по долгу службы часто бываю в глубинке. В самой настоящей непарадной России. Это моя родина, я по-своему люблю ее. Так, Руслан, мне не очень нравится. Так, мы с вами говорим о том, что постепенно умирает, работа не идет, люди живут не все те. Вот давайте без вот этого вот песни, бахвальства и так далее. Секундочку, вот здесь по тексту написано, да, можно я прочту его, да? И вот эти небольшие городки, в которых, кажется, время застыло с тех пор, как о них писали великие Гоголь и Чехов. Я сам вырос в таком небольшом городке, мне кажется, мне особенно больно смотреть, как они умирают у нас на глазах. Я хочу это изменить, чтобы люди не бежали от нищеты и беспросветности. Вы знаете, ребят, моя работа – это не врать людям, а говорить им максимально, как можно больше максимальной правды. Если вы это, как бы, не верите в то, что мы с вами говорим, давайте, вы как артист должны сделать это правдой. Ну, то есть, чтобы люди посмотрели такие, о, ну, да, написано правда. Маленькие города действительно в беде. Мы не оказались в беде. Мы на определенном этапе. Мы молодая страна. Я хочу сказать тебе, молодой парень, не смей становиться на нашем пути, если у тебя такие мысли. Понимаешь? Вот этот вариант сценария, вот, который ты предлагаешь, мне не очень нравится. Давайте да. Просто по нему. В России умирают города, люди бегут от нищеты. Да не умирают они, города. Ну, в конце концов, ну что ты толтычишь об одном и том же? Они умирают, умирают. Ну, где ты видел умирающие города? Прям. Так, давайте по сценарию. Мы по нему работаем. Все круто, классно. У вас есть текст. Вы как бы... Я Сергей Селин. Вот так у нас не все хорошо. Я сейчас встану и иду. Понял? Ты сейчас договоришься у меня. Ну, мы с вами договорились. Вы видите эти Я твой вариант отработал. Теперь мой вариант, я еще раз говорю, я хочу услышать, и чтобы зритель услышал мой вариант, мое представление о событиях, которые происходят в нашей стране. Это все очень классно, Сергей. Но у нас другой ролик, и мы снимаем по-другому. Ну хорошо, давай, как ты хочешь, да? Давай. Давай! Видел? Сергей. Иди в жопу. Сергей.